Его отправят на еще одно небольшое собеседование в Институт арабского языка, где будут оценены его способности слушать, читать, писать и говорить по-арабски. Для прохождения каждого уровня требуется семестр, поэтому если студенты начнут учиться с первого семестра, программа обучения в институте займет 2 года, чтобы получить диплом, в течение которых студент должен овладеть арабским языком. А теперь взглянем на Институт арабского языка. Вот так он выглядит в 8 утра, когда начинается учебный день. Есть классы, которые начинают учебу в 8 утра, есть классы, которые начинают учебу в час дня. Что касается меня, я учился с 8 утра на 1, 3 и 4 уровне и с часу дня на 2 уровне. Как видите, есть множество классов, в которых студенты изучают арабский язык. Так внутри выглядит обычный класс. Учащиеся сидят по одному на всех уроках, и каждый урок разные учителя приходят преподавать урок. Ежедневно с воскресенья по четверг у студентов 5 уроков, на которых они изучают основные правила арабского языка, изучают новые слова, заучивают Коран. С каждым уровнем обучения становится более интенсивным. На экране видно, что на первом уровне всего 4 предмета, и вдруг второй уровень охватывает 7 предметов, включая уроки фикха, хадисов и рассказов пророков, алейхим ассаляту ассалям. По моему опыту, третий уровень самый интенсивный. В нем есть новые предметы, такие как монотеизм, тавхид, биография пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ассалям, уроки таджвида, уроки фикха с более подробной информацией. А на последнем, четвертом уровне, студенты даже учатся красноречию на арабском языке. И может быть это звучит немного пугающе, но на самом деле это не так сложно, как кажется, если усилия прилагаются ежедневно. Следующее видео, которое я вам сейчас покажу, я записал во время урока в институте, чтобы вы могли увидеть учебный процесс. Это короткое видео включает в себя уроки разных преподавателей. Пожалуйста, наслаждайтесь. أي واحد أختار من هذا؟ نعم. أصطاد. خاف المدرس. وخاف المدرس. خاف المدرس. فإذا اعتمد على القرآن وعلى السنة وعلى كلام الصحابة وعلى كلام التابعين ويرجع إلى اللغة العربية يكون عالما باللغة العربية ويفسر هذا يسمى تفسير ماذا؟ بالرأي ماذا؟ محمود. لكن. وقايتك. الاستعادة للوقاية والاستغاثة أثناء البلاء والاستغاثة أثناء البلاء تريد أن الله سبحانه وتعالى يفرج نعبد من الفتنة نعبد من الفتنة الله ما أحوجه الفتنة نعم ما في مشكلة نعبد من لا لماذا من إنك نقلته إلى باب فعل خوف يا أخوانا في فرق بين خوف وخاف خاف من خلال هذا التعريف هنا طلب الحماية وهنا طلب الإعانة. Это был взгляд изнутри на то, как проходит процесс обучения студентов арабскому языку. Сейчас давайте перейдем к рассмотрению учебного материала. Учебный материал студенты получают от института бесплатно, им не нужно ничего платить. Зеленые книжки на экране для первого уровня института, коричневые для второго уровня. А еще есть 8 темно-коричневых книг третьего уровня и 7 оранжевых книг с последнего четвертого уровня.